Майкл заработал на своем ограблении 1 миллион долларов. Хочешь, чтобы он поделился с тобой половиной? Если да, ставь лайк за 3 секунды. Здорово всем, друзья, с вами, как всегда, Гост, и мы продолжаем смотреть моды для GTA 5, и сегодня мы с вами отправимся на новенькое ограбление банка. Ну что, друзья, совсем недавно мы с вами уже устраивали одно ограбление в GTA, ограбили сразу же 3 банка, вынесли огромнейшие деньги, если я правильно помню, 7 миллионов. Ну, этот ролик вам понравился, ребят, поэтому я решил записать для вас продолжение, где мы посмотрим на новое ограбление и на этот раз ограбим совершенно другое новенькое место. Ну что ж, в самом начале этого ролика, друзья, конечно же, как всегда, хочу попросить вас не забывать ставить лайки. А вот давай, братишка, прямо сейчас ставь лайк, если ты настоящий призрак. Вот, да, поддерживай меня. Конечно же, не забывай подписываться на канал, если ты еще не в семье призраков каким-то образом. И, само собой, нажимай на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых роликов на канале. Ну что ж, ребята, в общем-то, вот наша машинка, на которой мы сегодня с вами поедем на ограбление банка. Как и в прошлой серии, достаточно крутая, прочная, бронированная, посредки денежки. Офигенно, просто реально подходящая тачка для этого. Ну и давайте будем уже усаживаться с вами помаленечку. И ставим метку сразу же, ребята, до того места, куда нам нужно доехать. Находится оно вот здесь. Вы, наверное, сейчас удивлены, что может находиться в тех местах. Что это такое вообще за ограбление будет. Но все, ребята, увидите совсем скоро. Кстати, ребят, сейчас на канале выходит у меня также прохождение Marvel Мстители. Если ты, братишка, хочешь, чтобы я снимал по 2 ролика в день, то есть Мстители Marvel и GTA 5, то обязательно ставь лайк под этим роликом, ставь лайк под тем роликом. Если я буду видеть большое количество лайков, то я буду снимать по 2 видоса в день. Просто по 2 видоса будет выходить. Вы давно об этом просили, давно просили поиграть во что-то новенькое, в новую игру. И я для вас специально снимаю Marvel Мстители, ребят. Да. Так что смотрите все ролики обязательно, потому что, я думаю, будет что-то очень интересное. Так, я маленько проехал, нам нужно вот сюда. Посмотрите, к какому месту мы с вами приехали. Так, извиняюсь. Чё все кипишатся сразу же? Капец, мы с вами шороху тут навели, конечно. Так, все, наша тачка здесь. А мы с вами проходим, короче, вот сюда, в этот достаточно богатый переулок. Огромное количество дорогих магазинов у нас здесь находится. Но меня интересует лишь один магазин ювелирочки. Ну что ж, ребят, давайте заходить. Так, написано: уничтожьте охрану. Так, хорошо, с охраной расправились. Так, отлично, что дальше? Вычистите магазин. Просто вычистите магазин. Так, у нас снизу с вами написано время прибытия полиции. Так, видимо, нужно сейчас все делать очень быстро. Ты просто посмотри, мы с вами ломаем витрины сейчас и выносим все бабки. Так, нужно делать как можно быстрее все это дело, потому что у нас время ограничено. Чем больше мы успеем вынести до прибытия полиции, я так полагаю, тем больше мы с вами заработаем. Так, здесь еще есть несколько. Давай, вот так, хорошо. Слушай, бабок много будет. Я уже прям чувствую, сколько здесь точек у нас с вами, с которых можно поднять кэш. Это капец какой-то. Так, давай сюда. Вот, отличненько, ломаем еще одну витрину. Так, Майкл, давай, собирай все бабки. Вот так, хорошо. Блин, ограбление на самом деле очень интересно устраивать. Постоянно что-то новенькое. Постоянно приходится не только с полицией справляться, но и с охраной в магазинах, там в банках, везде. Короче, это очень интересно. Так, давай вот это тоже. Так, уже, посмотри, 400 косарей практически. Осталось, ну, я думаю, будет где-то около миллиона. Так, если мы успеем, потому что осталось 40 секунд. Мне кажется, что когда приедут копы, Майкл будет сам сваливать уже. Потому что... Ну, не знаю, мне кажется, такая системка здесь стоит все-таки. Но у нас еще осталось очень много этих витрин. Так, давай, 27 секунд, блин. 4 витрины, успею 27 все вынести. Хух, блин. Начинается, ребята, настоящий кипиш. Потому что я переживаю, что я не успею взломать все витрины. Так, где? Вот еще одна. Давай, хорошо, все, успеваем. Так, где последняя? Какая? Вот это. Все, хорошо, ребят, прям успели. Так, отлично. Копы должны приехать с минуты на минуту. Так, тут где-нибудь можно заныкаться, мне интересно. О, черт. Копы здесь, ребят. Так, дверь закрыта. Выломать-то ее не могу, блин. Так, гранаты. Давай попробуем гранату. У меня, может, бомболипучки есть? Да, есть бомболипучки, ребята. Так, попробуем взорвать дверь. Не знаю, мне кажется, может получиться. Так, нет, нифига, блин. Ничего не получилось, ребята. Двери здесь не открываются, хотя вот это вот может открыться. Да, вот, отлично. Так, что у нас тут есть что-нибудь? Можем выйти в интернет. Ну-ка, погоди. Серьезно? Давайте закажем себе что-нибудь. Деньги-то, в принципе, заработали. Ха-ха-ха, блин. Прикольно.
Так, ладно, ребят, копы у нас уже где-то здесь. Ох ты, ё-моё! Идите нафиг, вас что там так много-то? Чё за жесть вообще? Так, заходите сами, я к вам не пойду. Парни, я не пойду к вам, сами прыгайте сюда. Так, хорошо, вот он. Так, бронированные стекла. Офигеть! Вот это, ребята, просто чит, реально! Мы сейчас с вами будем их отсюда отстреливать. Так, главное, чтобы они меня не подстрелили пока что. Так, хорошо. Этих вынесли, ребят. Мне кажется, поджали здесь маленько. Так, дробовик. Бабах! На тебе нафиг. Все хорошо. Так, ждем вас. Ждем вас, копы. Давайте заходите ко мне. По одному, по одному. Я вас прошу. Вот так, отличненько. Так, этого тоже. Вот так, хорошо. Так, чё, блин? Это стекло, ребята, очень сильно мешает. Его можно как-нибудь вынести? Так, давай его туда кинем. Так, отлично. Так, вот бомба. Не, нифига, посмотри, стекло не ломается. А-а, оно только так, если останется. Так, у меня еще ППшечка вот такая есть. Сейчас ППшечки их зачистим. Так, братишка. А-а-а, простыд меня пытается попасть, не можешь это сделать. А-а, круто, круто. Можно их просто вот так вот, в принципе, ждать. У меня 60 патронов в обойме. Так что можно, в принципе, реально, ребята, засесть как-нибудь и поджидать их. Сколько копов мы здесь с вами сможем наубивать, это, конечно, капец, как много. Так, где-то еще. Ох, сколько их тут вообще. Так, обстреляли. Они с той стороны к нам подходят. Так, давай сюда. Обойдем их маленько, ребят, обойдем. Сейчас маленько их попытаемся обмануть. Так, там у нас еще вертолет, насколько я вижу. Где-то в небе вертолет. Да, вертолет здесь. Ах, черт побери. Надо сваливать, ребят. Так, где у меня эмочка? Не хочу с этим калашом ходить. Вот эмочка. Так, куда я зашел? Так, давай сюда. Так, обстреливаем их. Вот так, хорошо, хорошо, хорошо. Минус два. Так, отлично, вот заход. Можно заныкаться где-нибудь здесь. Хорошее, кстати, место, ребята, просто для нычки. Можно здесь копов поджидать. Так, ну что, давайте кто-нибудь, заходите ко мне. Вон сейчас будут. Ох, капец их там. 4, 5, 6. 7. 7 копов. Давай. Вот, отлично. Первый готов. Второго тоже. Так, подцепили маленько. Простреливается, нет? А, с этой стороны тоже заходят уже. Так, поднимаемся наверх. Давай, 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 давай. Вот так, отлично. Мы с вами, ребята, заняли позицию. Блин, нас я в тупик завез. А тоже не простреливается стекло? Что у вас тут за стекла-то такие бронированные в GTA? Это капец какой-то. Так, получай нафиг. Иди нафиг тоже. Чего ты стоишь, смотришь? Стоит просто, смотрит на меня. Ну давай, 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 подходи. Так, хорошо, ребят, он не хочет ко мне заходить. Так, тут куда идти-то? Только сюда, на второй этаж. Так, не-не-не, не залази на эту штуку. Так, спокойненько. По мне уже стреляет вертолет. Так, здесь можно выйти? Да, хорошо. Вниз! Блин, я упал! Все, сваливаем. Пока не подошли все. Они почти все в здании. Мы можем сваливать, просто сваливать вперед. Давай, вот так, отлично. Так, от вертолета бы надо еще спрятаться. Меня уже нормально так настреляли. Да иди нафиг от меня. Сейчас подстрелим этого долбанного снайпера. Вот так, хорошо. Так, еще спереди один у нас есть. Где-то с этой стороны тоже. Вон за нами бежит просто ОМОНовец. Получи нафиг. А, вот ты где еще засел, да? Хорошо, блин. Так, че вы сюда приехали, парни? Ох! Черт побери! Это что было такое? С чего в меня стрельнули? На нафиг! Взрыв! Вот так, хорошо, одного вроде забрал. А, нет, даже двоих, по-моему. А нет, тот остался жив, не повезло. Ух ты! Нифига себе их там! Че за бред? Ребят, просто обстреливаем их! Вот таким образом! Давай, 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 давай! Хорошо, 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 ребята! Ложим, ложим, ложим! Все, блин, подорвали нафиг! И вперед теперь! Просто, ребята, вперед! Валим как можно быстрее до нашей нычки, где мы с вами сейчас заныкаемся и отмоем все наши деньги, как говорится. 700 тысяч долларов просто! Так, безумное ограбление, ребят, получилось на самом деле. Я в один момент подумал, что могут возникнуть все-таки проблемы у нас с вами, потому что меня начали очень сильно поджимать. Что там с Майклом? Просто у него глаз нету! Просто обстреляли ему по ходу голову очень сильно. А меня же еще там подорвали. Точно, точно, точно. Это, скорее всего, из-за подрыва. Так, ну хорошо. Копы, отвалите от меня по-хорошему. Я не хочу с вами фигариться. А что, если мы сейчас отправимся на ограбление еще сразу же одной точки, например? О, это была бы вообще жесть какая-то. Но я так делать, ребята, не буду, потому что все-таки надо эти деньги засейвать, постараться. Тут тоже, ребят, все-таки большая сумма, как вы понимаете. Сбросить копов здесь, ребята, просто капец, не представляет никакого труда абсолютно. Так, мне дальше предлагают поехать до покупателя, видимо, для того, чтобы я передал ему деньги, как говорится, отмыл их, да.
Ну и посмотрим, сколько в итоге мы с вами заработаем. Надеюсь, что всю сумму, надеюсь, никакого процента мы не отдадим этому чуваку. Не хотелось бы на самом деле потерять свой куш. Офигеть, что за места? Меня точно здесь никто не кинет? Я просто немного в шоке от того, что я здесь вижу, ребята. Это такое себе место, если честно. Какие-то ангары здесь везде. Ну ладно, окей. Так, мы с вами приехали. Оп, с нами встречается чувачок. Так, хорошо, передает мне кейсик, я ему украшение. Забираем кейс. 700 тысяч баксов. Неплохо. Так смотрят на меня, как будто я не знаю. Ну что ж, ребят, такие бомжи стоят просто, типа, все увидели, как мы тут бабки передаем. Нифига, наверное, удивились, на самом деле, я еще весь в кровище, просто капец. Ну что ж, ребят, в общем-то, давайте на этом будем заканчивать наше сегодняшнее ограбление. Надеюсь, что оно вам понравилось. Не забывайте смотреть также ролики по Мстителям Marvel's Avengers. Я буду снимать для вас по 2 ролика в день, если вы будете смотреть их и лайкать обязательно, ребята. Это просто обязательное условие. Скидывайте видосы своим друзьям, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы вступить в семью призраков. Ну и обязательно не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых роликов на канале. Ну что ж, всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока.